Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник. Я наконец-то, ребят, я вчера все-таки долетел домой, я уже целый месяц не крепел. Мой последний ролик был еще где-то записан 24 февраля, соответственно, вы смотрели все по списку, который я выложил все заранее, так сказать. Я прям дико счастлив, что я наконец добрался. Я должен был вернуться еще 16 числа, потому что самолеты перестали летать. Я немножко там задержался вообще до 20-го. Я должен был возвращаться вообще. То есть я живу в Сибири. Я летел до тут сколько там, 7 или 8 часов, соответственно, а назад я должен был возвращаться через Катар. То есть Москву и так далее. И весь перелет у меня должен был занять там в районе 33 часов. Если бы еще трансфер с Новосибирска до Новокузнецка, это бы вообще, это были бы, наверное, все 40 часов. Я подумал, что я просто офигею. Потому что когда отменили рейсы, благо СМ сразу сказал: ребят, не переживайте, вы все улетите, со всеми все будет нормально. За что огромное спасибо отдельно компании S7. Прям действительно низким поклоном. Понятно, что не прямым полетел. Все-таки я, получается, 7 часов сначала летел до Катара. Потом с Катара я летел еще часов 6 до Москвы с ожиданием в аэропорту еще 4 часа. В Москве остался на один день у своих друзей, Егорика, Салька. Ребят, привет, если вдруг вы это видите в видео, хотя вы вряд ли его видите. Вот, как-то так. Там сутки отдохнул, взял прямой билет до Новокузнецка и долетел наконец домой. Сейчас сижу, я не знаю, как я буду хрипеть. Сейчас помню бы, как хрипеть. Так, доброе утречко. Ничего, нормально, еще умею хрипеть. Ладно, ребят, давайте поехали. Ставьте свои лайки, конечно же, поддерживаю. Сейчас попытаюсь ролик вам поснимать, поразгребать свои дела. У меня тут дело вообще накопилось целый вагон в связи с последними событиями, так сказать. Давайте, ребят, ладно, поехали. Тут вроде какая-то еще катсцена есть. Сейчас мы ее посмотрим. Вы пока можете лайк, конечно, поставить, комментик написать, порадоваться тому, что вот скоро будут выходить ролики, возможно, шоу Крипла когда-нибудь в ближайшее время сниму, но это я когда только разгребусь, не раньше следующей недели. И скоро у нас «Привет, сосед 2» бетка будет 7 апреля уже. Все, давайте, ребят, гоу. Часики закрутились, а это значит, что лайки намутились, ребят, давайте, поехали. Я уже не знаю даже, как я сейчас все это снимать буду, скажу честно. Так, доброе утречко! Куда это я опять приехал-то? Непонятно, мам, я опять во сне летаю, что ли, или что? Так, опять я на улице сплю. Что за дела-то? Постоянно сплю на улице. Вот эта штука мне нафига на машине? Двери украли, вот взамен положили, говорит, новые себе выплывешь двери, и нормально все с тобой будет. Отлично. У меня дома... Нет, я не я. Так, подожди, а почему я не умею... приседать. Я почему-то разучился приседать, но да ладно. Видимо, и не нужно мне приседать. Хотел сказать, вот у меня дома есть танк, но в свете последних событий как-то не буду я это говорить. Так, ну ладно. Ладно, давай, погнали. Это не совсем хорошо, когда в доме есть танк. Так, давай-ка глянем, что и где у нас здесь есть. Так, почему я еще проснулся? Я, видимо, собираюсь в гости к Васильевичу. Так, Петрович, ты дома? Подожди, тут даже никто не живет. Тут дом шахматистов. Шахматисты тут живут. Ну да, ладненько. Ладненько, как говорится, прохладненько. Побегу. Надо бы как-то попасть к Васильевичу сюда. Зайти в подвал, как обычно. Так, закопал он здесь кого-то опять. А вот постоянно вот хлебом его не корми. Дай кого-то позакапывай. Только глянь, ты только посмотри. Васильич, я иду к тебе. Любовь мою верни, что я несу. Нифига себе, он храпит. Васильич, все удобно там спать? Наверное, удобно спать. Надо отрубить электричество, чтобы спокойно зайти в дом. А где у него отрубается электричество? Я у него тут ни счетчиков-то не вижу. Он сейчас зато Васильич меня увидит. Капкан уже он поставил сам себе. Чтоб идти вокруг... Так, холодильнички давай глянем. В холодильнике есть ключ, это замечательно. Так, вот это не знаю, что... Почему я не могу приседать? Для меня до сих пор непонятно. Это очень все как-то странно. Маски он имеется, Васильич. А, двулики, Васильич. Вот и гробик мне подготовил сразу. Для меня гробик готов. Какие-то странности. Так, ну ладно. Ничего не могу найти. Здорово, Васильич! Давно не видели с тобой! Так, ладно. О, замечательно. Тут у нас даже день и ночь меняется. Что-то происходит. А Васильич, тот чувак,
Вновь он где-то бродит. Так, что я опять песенки пою? Так, стой, у меня вот есть окно, я могу залезть на второй этаж. У меня есть, кстати, лопата. А что я туплю-то? Возьму лопату, пойду копать. Нормально, что? Буду, так сказать, к заводу привыкать, что делать-то? Опа, опа, куда я полетел-то, а? Это что, все ролики пилить, что ли? Не напилишься тут, не напилишься. А, все, вот копать надо начинать. Так, ладно, боюсь что-то лишнее сказать. Это неправильно, еще что-то поймут. Так, ладно, давай, пошли. Че я приседать-то не могу-то, ё-моё? Алло! Только стоя. Стоять! Ничего здесь не бросать. Так, а нафига я сюда пришел? Зачем? Зачем это ж... Не, реально, зачем? Вообще ничего не вижу здесь. То есть просто так у меня вход на второй этаж через окно. Чтобы заходил, так сказать. Развлекался здесь. Так, а там вот ключика точно нет. Я просто... Я приседать реально не могу. Может быть, там ключик находится за этой штучкой, например. А может, не находится. Тут вообще странный холодильник. Непонятно для кого. Вообще, тут все очень странно, я скажу. Так, ладно, пойду назад к Васильичу. Я без понятия, как все это дело отрубать. Ну, буду сзади запрыгивать. У меня что тут? Выбора много, что ли? Выбор, он вообще такой мифический. А, стой, так вон же эта фигня. Что я туплю-то, а? Бегаю еще. Ну, вот он, щиточек. У Васильевича все как надо, чтобы снег падал, чтобы все коротило сразу, чтобы все в шоке были. Так, и там туда можно зайти, походу, что-то сделать. Везде можно зайти. Можно что-то сделать. От Васильевича уйти. И муравью письку приделать. Вот. Что делать? Здорово, Васильевич. Здорово, братан. Подкармливает меня. Вид. Худой. Давно не ел. На, говорит, тебе помидорочку. Так, сюда, да, значит, тоже. Так, а вот отсюда надо будет слить. Да, куда бы здесь сходить, батлить-то? Так, займусь своим. Так, у меня такое чувство, за мной кто-то наблюдает. Блин, привык, вот, по-своему, по-деревенски. Дома ж туалет. А, нет, дома туалет, вот поэтому сюда я хожу делать свои дела. Так, ладно. Ладно. Шоколадно. Возьму коробку, она мне пригодится. Васильич, лови подачу, коробку ты поймал. Все, давай, пока, хулиган. Так, отлично, машину припарковал, Васильич, я смотрю. О, как припарковал-то, а? Стоит машина. Хорошо, хоть что-то у Васильича стоит. Ну, в плане машин на втором этаже. И да, в холодильнике, а не то, что кто-то там что-то мог подумать, да? Так, ага, я вот сюда открыл. И сюда зашел. Пацаны! Васильич, ты что опять пацанов-то зовешь-то, ё-моё, а? Нифига себе у тебя тут кавардак. Ты вообще, Васильич, дома убираешься, нет? Не, серьезно, он дома убирается. У меня такое чувство, что нифига он дома не убирается. Васильич, мне кажется, вообще на всю без разницы. Опа! У меня зонт! Бояться стоять! Так, мне кажется, шкаф здесь не просто так, а чтобы запрыгнуть. Куда? И зачем? Непонятно. О, Васильич бегает вокруг, гоняет, бегает. Спортом занимается. Что-то там кричит. Хлебушек нашел. Васильич, нафига у тебя туалет здесь? Нафиг он тебе здесь нужен, скажи мне. Так, что я ищу? Что ищу, то ищу. Где-то что-то я найду. Вон опять бегает, только глянь на него. Вот молодец, а, холодно на улице, бегает. Мужик спортом занимается. А может быть это? Надо вот так сделать. Чё, Васильич, как дела? Все, Васильич остали на улице. Васильич теперь у нас погоняло бомжилич. Ну, это нормально. Я вот то, что присесть не могу, вот это вот ненормально. А вдруг там снизу что-то есть? Чё он не садится-то? Ё-моё, а?
ерунда какая-то происходит. Так. Вот, что-то открыл. Это я молодец, конечно. Капканы все собрал. Камеры убрал. С хлебушком хожу. Окна здесь я бью. Да как ты их вешаешь-то здесь, такие количества? Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, Васильич. Во, Васильич, во дела. Книга. Я, короче, не могу вообще ни один ключ найти. Хожу с хлебом. Чувство, что что-то не так вот происходит. Не могу понять пока только что. Кукла, иди ищи ключ. Не ищет, кукла ключ. Да, Василий, все, ты забудь. Нет у тебя больше дома, это теперь мой дом. Вот такие вот дела. Зашел я к тебе в дом, вот тебе на. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, я что-нибудь вообще где-нибудь найду? Фига, если по шары вообще. Вообще ничего найти не могу. Может, здесь что лежит? Сейчас кто-нибудь опять скажет, как любит. Говорит, да вон же там ключ лежал. Нет там никого ключа, это так выглядит просто. Он бегает, Васильич. Бегает, родной. Потому что сайры. Суп не сварен. Люблю суп из сайры. С детства почему-то. Не знаю почему. Ну вкусный, вкусный он. Так, что за фигня? Я вообще ничего не могу найти. Хожу по всему дому. Василич как-то прям сквозь стены. А у него длинные руки. Вот сквозь стены и вешает. Не, серьезно. А где хоть один ключ? Уж у Василича ключ есть. Василич, у тебя есть ключ? Ключ мне нужен. Василич, ты простужен. Прыгает, прыгает. Вот, вот так вот, Василич. Вот так вот. Все, выгнал тебя из дома. Все, иди давай, домой. Шуточки, прибауточки. Так, вот, ладно, зеленый ключ, понятно, я здесь должен найти. Остальные-то где взять-то? Где взять-то ключи остальные? Ё-моё. Ни один ключ не вижу больше. Так, не берется и не взять. И куда пойти мне? Нет, шутка какая-то или чё? Все, вроде все везде обошел. Ничего не найдено. Эти штуки вообще не сбиваются. Почему? Опа, смотри-ка. Ну хорошо, я их собью, и что поменяется? Ничего не поменяется. Вот. Капкан попал. План капкан. Сектор приз на барабане. Вот цветочек вот такой вот. Не сломить цветок. Будь как цветок, не сломляйся. Да я не могу, она нижняя никак нет. О, открылась. Во, там ничего нет. Бывает и такое, что поделать. Фига тут ключей столько, карточек надо взять. Лом надо взять. У меня нет, фига. Все, Васильевич, все, теперь это мой дом. На, вот собирай себе все, живи там. Телевизор, на, посмотри, на улице глянь. Все, на улице жить теперь будешь. На, вот. Я тебе включу даже его, а он не работает. Так что не посмотришь, ты телек, Васильич. Бывает так, бывает что. Жизнь она такая штука. Непредсказуемая, так сказать. Да как мне присесть-то? Ё-моё, может там что-то спрятано? Куда я залетаю? Я что-то вообще наверх куда-то залетаю. Я вообще не понимаю, что за ерунда. Куда-то летаю. Так, надо разморозить. Печки нет. Значит, где-то генератор должен быть. Ключ у нас здесь какой? Какой-то. Какой-то ключ. Так, а печки реально нету, да? Печки, то есть не разморозить нигде. Да что это за фигня? Почему меня вечно куда-то наверх закидывает? Что-то странное происходит. Может, во дворе что есть? Мусор как поискать. Василий, сейчас найдем все. Сейчас пожрать эти приготовлю. Яичницу, еще что-нибудь. Нормально все. Так, мне надо, наверное, найти ключ от машины. Там, наверное, будет магнит.
Если я найду, то будет замечательно. Чё он не садится-то у меня? Я вот это понять не могу. Шкаф, во-во. Пизанский шкаф. Стоит как хочет. И на ушко мне бормочет. Ерунду я вновь несу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, давай. Кого чё давай? Чё вообще? Все, я ничего не вижу. Я ничего не знаю. Возьму лопату и Васильичу копаю. Вот чайник есть. Вот чайник же есть. Есть чайник. Синий ключ, это, по-моему, вот отсюда ключ. Может, мне по территории надо дальше побегать. На территории поискать. Зеленый ключ от комнатки там. Нужен магнит. И ключик. Ключик, ключик. Да я уж что-то все обошел на 10 раз, как обычно. Может, там где-то на территории что-то где-то валяется, например. Подожди, я отсюда не вылезу теперь никак. Может, здесь реально? Нифига себе, он меня просто берет сквозь забор и ловит. Вот это Васильич, вот это он дает. Жеванный крот. Так, а это что? А зачем там указатель? Не понимаю, что и где я найти пытаюсь. Но я сижу и улыбаюсь. Продолжаю и искать, и с лопатой здесь гулять. А Васильичу копаю. Что-то где-то замечаю. Вот такая ерунда. Ничего не нашел. Зеленый, да, зеленый, понятно все. Это понятно. Понятно, дело, понятное все. А это что за коробка? Почему она здесь лежит? Ничего не понимаю. Так, сюда у нас не пройти, нифига себе здесь. Вот реально в трех соснах заблудился. Пофиг, что не три, что это не сосны. Ну да ладно, ладно, давай, посмотрим. Побегаем. Побегаем. Так, ну там акула внутри, это понятно. Плавает. Там ключики есть. Я уже понимаю, как эта вся схема работает. Здорово, Васильич. Здорово, родной. Его можно опять выгнать взять. Не, что-то реально непонятно. Непонятно. Так, ну здесь я не вижу. Ну, мало ли, может, холодильник здесь положен. Тоже нет нифига. А чё? Нет, не получится так прыгнуть, ход конём сделать. Ну да ладно. Давай опять Васильича выгоню. Васильич, Васильич, ты мой герой. Да, не могу даже не выйти, не зайти, вообще ничего сделать не могу. Вот такой вот я беспомощный. Васильич, пойдем на улицу. Давай, Васильич. Что, наши Васильичи уже летают? Правильно, летающие Васильичи. На лопату, Васильич. Все, твой дом опять мой дом. На этом мы с тобой договорились. Может, я на втором этаже все-таки где-то что-то пропускаю? Да тут особо и прятать-то некуда. А, может, в чемодане лежит, да и все. Ну, интересный чемодан, конечно. Это он так здорово придумал. Здесь тоже нет нифига. А где? Где я пропускаю ключ? Не пойму я нифига. Вот такие вот дела. Продолжаю я гулять. Что-то здесь опять искать. А там вот провода. Как я попал сюда? Нет, проводов нет. Здорово, Васильич. Да иди ты там сколько угодно. Вот снег собирай свой пылесос. Ерунда какая-то реально. Вот я открыл проход сюда. Здесь тоже нифига нет.
должен быть маленький ключ. Но его нет. Ну, либо это слепошара Алексей, как обычно. Нифига найти не может. Серьезно, где взять-то? Где? Я не понимаю. Не вижу нифига. Вот такие вот дела. Не, серьезно. Серьезно, ребят, я уже, по-моему, 10 минут бегаю, ищу ключ, в смысле. Я понимаю, что я, конечно, не акклиматизировался. Меня смущает, что я не могу присесть. Я сейчас просто гляну, где находится ключ от машины. Где же я его... А чё за фигня? Нет, мне не надо тогда ключ от машины, получается. Стой. А как тогда? Как тогда? Где же ключ я пропустил? Нет, ключ от машины у меня будет намного где-то дальше. Значит, где-то должен быть красный ключ. Сейчас я найду. Там, где что я теряю. А! И чё? А я что-то не понял. Да, ребят, я бы фиг нашел бы это, действительно. Я эту фигню видел. Видел. Я не обратил внимания, что она нужна. Я не подумал, что это... Я бы еще бегал бы, 38 часов. Ну, не бойтесь, я ничего такого сильно важного не запалил. Я как раз запалил именно тот ключ, который мне нужен. Ну и то, что там ключ от маленькой машины находится в другом доме, который открывается зеленым. Ну вот, сейчас, короче, просто вот так вот, говорит. Надо, говорит, вам вот так, говорит, вот делать, говорит, Алексей, говорит, Геннадьевич. Алексей Геннадьевич, делайте его так. Я вот вообще, я бы так даже и не подумал. Меня вот периодически обламывает вот этот... Я видел вот этот главный значок сверху, вот этот. Но я бы и не подумал, что там действительно что-то лежит. Ну, типа, ну есть и есть, что так для прикола поставили. Ладно, давай, поехали. Опа, у нас где? А вот он лежит. Вот эта вот фигня постоянно, когда вот ключи раскиданы по всей локации. Ну, то есть я ищу, вот, соответственно, в локации соседа, а ключ-то у нас находится здесь. Я видел эту штуку оттуда. Ну, типа, прятаться здесь, ну, ладно, мы поставили для прикола. Ну, поставили, с кем не бывает. А тут вон, ну как бывает. Ставь лайк, если бы тоже бы не додумался, или напиши коммент такой, да я сразу подумал, что на крыше сразу так умников много вылез. Так, ладно, спасибо тебе, второй голос постоянно не помогает все находить, прям, бух. Какой он молодец. Опа, подожди, зеленый ключ возьму. Взял. А где Василич? Василич, ты где? Не поминай лихом. Так. Вот, и этот должен быть где-то тут. По-моему, вот здесь. Да. Ну, как будто здесь вариантов дофига. Так, все. Дальше я не знаю, что и где. Буду искать. Ну, что, а что тут искать? Тут и так понятно, что этой штука надо эту открыть. Так, эти еще все, нифига их здесь сколько понаоткрывать-то надо-то. Ты только глянь. Так. А, синий ключ. Все. Так, а синий у меня был... Не, на секунду, показал, что это Василич внутри машины. Ну, когда вот этот слепошар Алексей, бывает что. Так, стой, синий. А нафига мне синий ключ? Ага. Вон что. Мне вот что-то вообще нифига легче не стало от того, что я синий ключ нашел. И что, мне сейчас по улице гулять? А куда Василий вообще? Куда я улетаю постоянно? Я улетаю навсегда. Такие вот дела. Вот этот ключ где-то надо найти. Еще ключ надо найти. Я что-то не понял. Что-то я не понял здесь. Чего вообще? Кого искать? Куда? Зачем? Я даже не понимаю, где мне что искать. Блин, меня все-таки смущает, что я садиться не могу. Здесь еще остальные ключи, наверное, где-нибудь прям затарены, понатарены. Опа.
вышел Леха из окна. А, вон ключ лежит, ты что, прикинь? Прикинь! Ты прикинь! Ключ! От дома Васильевич у меня в машине лежит. Ну, конечно, логика, логично. Все логично же опять. Так, включил. И ключ нашел. С ним куда-то я пошел. Кстати, где-то должен быть то ли батут, то ли что-то в этом роде. Потому что вот эта штука же горит. Типа, что вот сюда мне надо. А как мне туда залететь, если батутов нет? А где мне взять батут? О, здорово, Василий, что, холодильники грабишь? Ах ты грабитель, холодильников. Я так понимаю, где-то должен быть батут. Надо воду будет слить. А, вот, я уже здесь могу слить воду. Я думал, что еще надо будет одну штуку где-то найти. А тут вон, ну как фартануло-то, как повезло-то, а? Акула, все, почему у тебя вода не замерзла? Ты ее греешь, да? По-любому греет. Все греем воду, идем в бассейн, там писем, и она теплее становится. Вот так вот, не писите в бассейне. Не знаю, с кем говорю. Так, ладно. Ладно, ладно. Жизнь прохлада. Не, ну мне кажется, эта штука мне пригодится, нет. Все, она не плавает. Иди на улицу погуляй. Погодка хорошая. Михалыч, привет. Это я карточку нашел. Допустим, допустим. Мне еще надо найти карточку. Зеленый ключ. Здесь нигде нет. Карточку и зеленый. Ой, Василич, Василич, тихо, тихо, не надо. А как мне туда попасть-то? Что-то я не совсем понимаю. Батутов я не вижу. Говорит, куда надо попасть? Тихо, 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 Василич, тихо. Даже мне что-то не прыгать нифига. А как я туда еще могу попасть? Очень-очень странно все происходит здесь. Вот такое вот. Не буду говорить, что. Вот такая песня. Так, ладно. Ладно. Ладно, ладно, все прохладно. Хей! Не, я что-то, честно, я батутов здесь не видел. А как я должен туда залететь? Ну, пока там что-то есть. Типа, я должен на коробках, что ли, подняться или что? Как-то я должен залететь. Откуда-то? И вот генератор вырублю. И там будет еще один ключ. А от чего ключ-то? Я, короче, вообще нифига не понимаю. Это что, шутки какие-то, что ли, или что? Так, здесь на крыше ничего нет у нас? Здорово, Васильич. Опять холодильники охраняет-то. Не, реально, надо батут. Или как мне туда, коробками забираться, что ли? Прикажут. Здесь нет батутов. Нафига мне реально еще один ключ? Ну, типа, что мне им открывать? Не, может там типа вот этот ключ находится? Вообще фиг пойми. Чё, кого, куда, зачем? Здорово, Васильич! Походу... Васильич, дурачок, а? Бегает, бегает туда-сюда. Похрипел немножечко, называется. Прям вот, прям на самую малость. Где взять-то?
Как запрыгнуть? Обалдеть, а с каких перепугов-то я здесь ходить-то могу? Нифига себе. Вот это номер. Так, ладно, ключ, допустим, есть. Обалдеть, нифига себе, как я ходить могу. Мне в школе этому не обучали, что я так ходить могу. Просто такой залез без палева. Стой, ну сейчас у меня это там разыгрывается. А что за ключ тогда? Ну что, это карточка? Нет, ключ вроде. А, это лом! Это лом! Вон у чё. И осталось найти еще где-то карточку. Так, ладно, зонт мне не нужен, наверное. Это лом такой маленький у нас. Карточку. Карточку надо мне найти. И куда, и куда, и куда пойти. С карточкой весело вдвоем. С карточкой мы залезем в дом. Подвал. Ну подожди, стой, дай-ка я опять вот так залезу. Может быть карточка где-нибудь, например, на крыше этой штуки. Ну я, нет-то, я там не вижу. Ну мало ли, мало ли. Опа, Васильич! Стоять бояться! Не лезь ко мне! Я могу ведь обосраться. Так, ладно, давай. Давай смотрим. Вон что, да? Ты чем меня напугал, а? Ты гаденыш, да, какой? Может, карточка у меня в доме где-то лежит? Но это не точно, конечно. Так, ладно. Так, давай побегаем, посмотрим. Так, это открыть. Карточку надо найти. Где искать, мне непонятно. Так, и надо взять что-нибудь. Так, ладно, здесь открыли. Там пошли. Что-то где-то мы нашли. От Васильича бежим. Все, Васильич, пойдем. Пойдем, молодец, пойдем. Сейчас закроем нафиг все. Все, Васильич, опять выгоняйте из дома. Так, карточка, значит, да? Думает, самый умный, а? С карточкой со своей. В натуре лом. Просто лом лежит. У нас. Теперь бы как-то догадаться вот. Где мне можно найти карточку? Не, есть вероятность, что мне нужно куда-нибудь долететь. Фиг знает куда, правда? На соседний дом куда-нибудь, например. А я не могу туда долететь. А где? Где мне искать еще? Как мне понять? Вообще хотя бы где? Где она находится? Где ее искать? Где же песенки? Давай, Васильич, плясать. Я, как говорится, без понятия. Без понятия я. Где же? Карточка моя. Да она хоть где может быть? С учетом, как я бегаю. Вон Васильич ходит. Переживает, ходит. Домой-то не пускают. Все, Васильич, нет у тебя больше дома. Нету. Так, и что? Здесь тоже ничего. Тут везде уже посмотрел на 20 раз.
Ну как-то очень странно, бегаю, тут специально сделано. Специально сделано, кстати, так, видимо, чтобы я мог в лазик, поэтому я могу приседать. Специально сделано, чтобы я мог по крыше лазить. Да, это нестандартное решение. Ну, ребят, я предлагаю опять воспользоваться помощью и гляну, где находится карточка. Потому что она может находиться где-то так нестандартно, что я могу ее вообще никогда и не найти. Может, тут даже локация не обозначена, грубо говоря, где мне ходить, это все дело искать. Вот, как-то так. Как обычно, сел, думаю, сейчас быстренько сниму 10-минутный ролик, а прохриплю первый разочек. Конечно, 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 Алексей, хрипите, хрипите. А, нифига себе. Не знаю, кто-то видел ли ее из вас. Но она, вот она. Вот у нас где карточка. Карточка родная. Она, кстати, в глаза даже никак не бросается. Ну так, чуть-чуть есть. Ну, нажмите, напишите, если кто-то видел, пока я бегал эту карту. Ну реально, я бы еще, мне кажется, очень долго бы бегал и искал. Как обычно, у нас нестандартное место. Что-то она даже и браться не хочет у меня. А, все, взял карточку. Взял карточку, пошел в подвал. Пошел в подвал срать. А что еще делать? Пойду в подвал. Зайду. Опа. Все, подвал заходим мы. Даже открыть не могу. Ты посмотри-ка. Ты только глянь. Какой бумажник. Какой нафиг бумажник вообще? А что ты? Это рофл такой. Смотрите. Он ударяется об этот. Замечательно, замечательно у нас моды здесь делаются. Ну, типа, он реально ударяется об эту штуку. Офигенно. Офигенно. Часики крутятся, лайки мутятся. Мне тут интересно, автор перепроходит вообще свои моды? Ну, банан не заходит, ну фиг с ним. Оп, ты смотри. Ух. Ух. Надо выбраться отсюда и пойти куда-то. Что-то я прям сразу... Ну, это прям очень сильно видно. А, найди ключ. Синий ключ. Ты найди. Синий ключ. Ты меня не дрючь. Ну, он по-любому где-нибудь вообще в другом месте заныкан. Стой, ну давай начнем где-нибудь со средней. Опа. Ведь он в любой может быть. Вряд ли он в начале, вряд ли он в конце. Да он хоть где может быть, если честно. Вот это вот опять, вот это вот. Ох, любит кто-то постоянно вот это вот одно и то же делать. Делать. Любит. Вот золотой ключ лежит. Как я и думал. Картины. О! Ну ладно, хоть так. Паркур. Банка варенья. Коробка большая, кровать небольшая, ждете меня. Часики крутятся, лайки замутятся. Дядя Алексей ждет вновь тебя. Вот. Василий, что ты там ноешь-то? Что ты ноешь-то? Не ной, не ной. А то вылезет гной. Чего гной вылезет, я не знаю. Так, и чё? И чё? Что-то мне сейчас на секунду показалось, что я что-то где-то видел. Василий, сейчас я до тебя доберусь. А, здесь вот лежит. Ха-ха-ха, бывает. Здорово, Василич! Не реви! Не реви, Василич! Специально... Спасибо за игру в этот мод. Мод сделан Ghost Mods. Он специально, видимо, вставил меня и галочку. Это по-любому главный делал. Я не знаю, кто это делал. Вот, ребят. Вот, ребят. Прошли мы мод. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Вот, начинаем моды проходить. Туда-сюда, возможно, через неделю даже дошел. Хриплых у меня дойдут руки. Я пока еще слишком уставший, акклиматизируюсь. У меня куча дел. Не забываем поддерживать лайками, комментиками, друзья. В эти столь непростые для всех времена. Вот как-то так, ребят. На этом все.
С вами, как всегда, был я, Леха Сметник. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока, ребят. Не болейте, берегите себя. Давайте, ребят, думаю, завтра увидимся. Я сегодня-то сниму еще один ролик, но я его выложу, наверное, только завтра. Потому что мне надо как-то со своими делами разгребаться совсем. Вот еще навалилось, пока месяц меня не было. Ну, вот как-то так. Давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, я, Леха Сметник. И надеюсь, на ваших лицах будет лишь улыбка. Давайте, ребят, пока.